Стань волшебником великим, но для начала сам послужи хозяевам. Нужно наглотаться пыли, чтоб знания не уплыли прочь гадалов и друидов, так очистятся флюиды. Отполируй кристалл, чтоб ярче засверкал, найди хороший фокус, вот это фокус-фокус. Специалистом, чтобы стать, не бойся руки заморать, переносить удары, чтоб научиться чарам. Зелень все пробирки ты наполнишь после стирки, может чистенькая печь от гнева ведьмы уберечь. Не хочешь быть хирургом, юристом и дантистом, а хочешь стать волшебником, большим специалистом. Это ваше естество, колдовство. Замечай!